блядскую хуйню. Да. Привет. Да, здесь мой брат Small Jack, с которым мы снимали одно из самых первых видео. Да. Сейчас он затыкается, чтобы не пугать меня, потому что он посмотрел весь Outlast и других летсплееров. Он все знает, но сам играть очкует. Да. Да. Так вот, все. Вы, наверное, смотрели утренний летсплей, потому что это было дикое обсиралово, и тут кирпичей просто сотни лежат. Да лох ёбаный, не играл, он утром играл, блядь, а не ночью, пидор. Ну я же утром лох играл. Лох ёбаный. Этот человек вообще не играл в эту игру, поэтому забей. Мы продолжаем играть эту хуету. Нужно меньше материться. Так, главное не менять батарейки. Джедайский меч активирован. Так. Аллах Акбар! Уходите! А, так мы это все сняли уже. Главное, чтобы я второй раз не испугался этого мудака. Того. Сейчас пробегу. Он меня испугает, а я пробегу. Все, я не испугался. Видели, какой молодец? Парни не нравятся глаза, он просил их улыбнуть. Ну ладно. Не могу, прости, блин. Все, топим дальше. Так. Ну, господи! Закончил я в этом чертовом кабинете с дичайшей отдышкой, потому что мне было невероятно херово, потому что я очень испугался. Но он по жизни такой. Это было очень страшно. Вы просто себе представить не можете. Блять! Телефон зазвонил. Секунду, господа. Я обнаружил страшный звук от паузы. Послушайте его. Еще разок. Невероятно страшно. А! Куст. Ладно. Я не хочу, потому что... Ой, надо сделать тише, иначе... Частный дом образуется. Да какого черта он так громко ходит? Вот этот урод вскочит, я вам отвечаю. Вот я к нему подойду, и он скочит. Иди сюда! Проотвечался, ну, ёбаный. Ну ладно. Так. Один парень в комментах по имени Стёпа советовал мне закрывать дверь и хватать батарейки. Так и поступлю. А не пидорок ли ты часом? Базар. Надо взять стекло, чтобы перерезать его, если что. Клин клином вышибать. Я буду пугать врагов, чтобы они не пугали меня. Так. Вон оттуда и упал. Да-да. Ну туда я явно не хочу идти. Там видно баба пошла тут. Ну это твои следы. Туда я тоже не хочу идти. Надо. Блять, сука, нахуй иди! Куда? Куда бежать? Куда? Сучья дверь! Нахуй я её закрывал? Блять. Мама. Да все нормально. Мамуля. Иди давай. Будь мужиком. Там не страшно было, я помню. Угу. Вообще игра не страшная. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Буду идти тихо. Чтоб тебя быстрее убили нахуй. Там кто-то сидит. Баба. Пошел он нахер, я туда не зайду. Ну или... Иисус со мной. Переводится как свидетель. Свидетель? Свидетель. Вот так этого свидетеля, блин, надо за то, что шарахал здесь всех. Ух, ёпт. Нет. Пожалуйста. Этого парня явно не любят. Все, у него глаза как у мигусты. Это Ленин, да? Ну ладно. Все. Пам-пам. Это тари-тари-тари-тари-тари.
Я жив. Я буду брать интервью у всех, кого встретили. Здравствуйте, что вы думаете об этой игре? Ну, в принципе, неплохая. Видите, по-моему, как я выгляжу. Бомбанул, видать. Ладно, вообще, я пошел это. Нет, Женя, не надо включать звук на моем телефоне, потому что я был пугом. Блядская лампа, иди нахер, я испугался. Да, все будет хорошо. Это ноги и руки, да, лежат? Да. А какого черта дверь закрылась? Здорово! А можно встать? Что за лаги? Дверь закрыта? Ящик. Ищи, да? Я сижу. Можешь подраться с ним? Так, какой-то доктор арболит. Вырубил свет. Поставлю микрофон поближе, чтобы вы оглохли от моих визгов. Ну и долго ли он будет идти? Может, выйдем? Базар. Нет, не базар. Эболит. Итак, музыка. Пом-пом, как в Слендере прям. Сейчас ведь еще какая-нибудь херня как заорет мне. Что за музыка? Я бы вставил хитрую рожу этого уебана, который сидит рядом со мной сейчас. Но не могу. Да все будет нормально. Степа знает. Да че за херня? Может, его залгал, он же Ладно. Кто? Священник или болит как-то? Ну, выходи. Нет, слышишь, он боится, короче. Знаешь, сейчас что-то будет. Может, в другой шкафчик сесть? Ну, сядь. Да, кошка видно. Так. А он справа кошка будет выглядеть или слева? Ну, сейчас сверху. В смысле, видно его будет. Откуда я помню? Откуда он помнит, правильно? По-моему, залагал. Мы сейчас вернемся с братаном. Так, все. Должны сдерживаться. Может, сначала стоило активировать вот эту клаву? Да, уже активировал. О! Видал? Нет. Вон он прошел вот так. Нихера себе! Священник. Здорово, бандит. Хочешь, я ему рожу набью? Давай, выходи. Tear it down! Давай! Чё? Очкуешь, да? Давай! Иди сюда! Чё, давай! Лево, ёбан! Опа! Опа! Ща, я тебя зафото! Ща его воткну! Давай! Алло, баба! Ку-ку. Сейчас от него заныкать, хочешь? Давай. Трр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 рr
из палевной. Здравствуйте. Да все, отдыхай. Он не убивает меня. Давай убей меня, кусач хера. Он мне одного моего друга напоминает. Ну ты мужик, пацан. Вот, ну мы, короче, погибли, потому что хотели драться с этим мужиком. Да, блядь, дебил ебаный, блядь, ходит с камерой, ничего не делает. Не мать ухайся. Наконец ты уже. Это, мне пора прятаться, да? Нет. Нужно сдерживаться, будем сдерживаться в шкафчике. Так. Что-то мы какой-то хоррор в камеди превратили. Ну давай, чё, хер. Учитывая то, что я КамАЗ, он Е75, это нормально. Когда-нибудь я сниму World of Tanks. Это еще смешнее, чем... Просёночек, шлюшка. Он, видимо, это, свиноёк. Так Картмана в Саутс-парке когда-то называли. Все, можно бежать. Свиноёк. Давай, чё, блин, прям на него накидывайся сзади. Ну я уже накинулся один раз, чё-то мало было. Уходи. И дверь закрой. У меня теперь другой. Не видел, что он дверь сделал? И священник там тупой. Бродит с книжкой записной. Натерпелась, надалась. В шкафчике да я заеблась. Выходи уже, блин. Я заеблась. Выходи. Ух ты, привет, дверь. Он лайк поставил, типа вот лайк. Букву К забыл написать. Они лай, они спят, ой, они лежат. Или они лгали. Более вероятно, что они лгали. Чё-то не пишет. Сейчас странно. Он вырубил электричество, пиздуй врубать. Точно. Вот туда, да? Да, за ним прям идти. Поехали. Нет, ты меня обманываешь, дебила кусок. Кто? Ты. Я КамАЗ. А я Е75. Бывает. Что это там? Лампа. А, там? Сзади, блядь. Закрой рот, сука! Я должен выключить лампочку, это привычки из метро. Давай врубай, что тебе так не легче будет. Так базар, идем. Идем. Это охуенно. Ну нахуй, сука, я боюсь ты зайти, мне страшно. Пипипил. Может, дернуть посильнее? Пипил. Ну ладно. Я протисну сюда. Однажды я протискался между шкафчиками, меня обозвали поросенком и кинули со второго этажа. Документы там забыл, блядь, в комнате. Только люди почитают. Люди, читайте. Узрите их. Да нажми, чтобы почитали. Убийство. Гипноз. Все, прочитали, следующую страницу прочитали. Люди молодцы. Да люди уже быстро читают. Ордерный арест имущества. Еще страница. Люди прочли, люди молодцы. Не прочли, значит, молодцы. У меня бы было 7 батареек, примерно, если бы я постоянно не нажимал клавишу. Это дурак, блядь. Что-то лагает, господа. Что-то будет. Закрой свой рот, поросенок. Защит, бич. Хедшот. Я помню это место. Ты рот закрой. Хедшот, бич. Кто там? 100 грамм. Аллах-Акбар! Аллах-Акбар! Я туда подходить не буду. И сюда подходить не буду. Батарейка считал. Включите два бензонасоса, центральный и центральный выключатель. Бензин 4-4. Мы в России. Мы вроде в Mount Hill Island. Или Island как-то.
Вообще похер, я не англичанин. Красная лампочка. Кирибил. Насос жахнул. Джохан Шпохан. Пожалуй, стойте сюда. Хорошая идея, молодец. Серьезно? Пришло время, наконец-то, намеренно это сделать. Я молчу. Ты меня обманываешь. Кто? То, что ты на... Ты команду видишь? Твою мать! Твою нахер мать! Бля! Уходи! Жек, я тебя ненавижу! Уходи, мужик! Мужик, по-братски, я тебе сотку отвалю! Мама! Жек, сука! Нормально! Я убегу! Привет! Сука! Уходи! Уходи! Уйди! Привет! Матрас не справится, матрас точно! Ну ладно! Я реально боюсь его. Там кнопка. Включи кнопку, беги. Так. Точно. Ну, бывает, что не удачно. Чёртова. Нихера не нравится. Да все будет хорошо, чё. Так, ладно. Мы сюда шли в тот раз? Блять, мы отсюда пришли, дебил. Точно. Это ты дебил. Так, поворачивай сюда. Вот я, кстати, уже задумался. И как раз я вышел, и этот парень пришел. И я был победителем по жизни, потому что знал, что кто-то зайдет. И ящики там неспроста. Но Женя, мой брат, он обманул меня, ведь он мой брат. Логически ты хочешь. Да. Он умеет мыслить логически. Я обосранкался просто на месте. Жутко. Я понимаю, надо было первый сначала насос включить. Да ладно. Ты вообще чувака не учишь, иди отвечаешь. Я думаю, он пойдет проверить первый, потому что мы включили первый насос, поэтому сиди. Я поснимаю его на видос. Вырубил фонарь нахер. Ой, вырубил. Ну секунду, я ему въебу. Ладно. Нет, реально пиздёж, но... Я бы, когда первый раз играл, я своим проще был бы любые варианты. Например, вот это. Как я понимаю... Какой ты теперь? Как я понимаю, если я включу лампочку, он меня заметит. Не заметит, наверное. Ну ладно. Пока выходить не страшно. А его можно уебать чем-то? Да, можно. Ты что, уебал что-то? Камерой, например. О, я в HD снимаю, прикинь. Это поворот. Можно и в 2 нажать, походу. Ладно. Да все, вылезай давай уже. Найди на место. Я не пойду. Я подаю знак СОС. 3 точки. 3 тире. Тире. Точка. 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 Надеюсь, он мне поможет. Да выходи уже, ну нужен экшен. Чё стоять так сидеть? Чё стоять так сидеть, действительно. Вам нужен экшен! Лайк за экшен, пускай по очку. Да. Если хотите, чтобы я очковал и вышел сейчас, ставьте лайк. Ну, пожалуйста, ставьте лайк. Прям сейчас. Да. Откомментьте как-нибудь еще. Пацаны, экшен! Сига. Я пытаюсь сказать что-то хорошее, блин, но этот Сига. Вот дурак, по жизни такой дебил, блин. Ходит Сига. Вообще курящий, блин, не может туда отучиться. Он пьет без конца, блин. Меня мама бьет за то, что я пью каждый день. Ладно, я пошутил. Я не пью. Я-то не пошутил. Я не курю. Я-то не пошутил. Машина.
отсюда. Иду нахер отсюда. Иди. Мне надо рычаг включить. Где рычаг будет? Ты запомнил? Куда мне идти, раз я его не вижу? Обратно. Да? Да. Ладно, подскажи мне, куда идти, а то долго тупи. Ну там три двери или четыре двери, и ушел такой двери, я могу туда был еще раз. Сука. А потом ты включаешь вот этот, и ты убегаешь сюда. Сюда заходил? Да, надо. И сюда. Тут он твой дом. Так, окей. Батарейка пропустила. Подожди, я помню. Если где-то есть шкаф, надо прятаться. Ребятки, давайте ставочки. Через сколько его найдут? В комментах. Вон он ходит там. Вон он, видите? Я тебе сказал, надо прятаться, дебил. Сам ты дебил. Он прав. Я понимаю. Да, я прав. Да? Да, он же дебил. Ебать, ты говно, я боюсь. Я не хочу отсюда выходить. Не выходи. Ну, ты прав. Ну ладно, давай экшен. Здравствуйте. Приходили поговорить о Боге. Вот я индус. Верю в рикшу и реинкарнацию. Так вот. Привет. Сейчас мы на свет выйдем, как Блинго, он исчезнет, ведь так? Конечно. Исчезай. Что у него с глазиком? Заболел, чувак. Он как печенька, понимаешь? Чего не заболел? Ты можешь не попить, болит. Какие святой воды побрызгать? Все В общем, с вами был я, Чупа Хардкор, Small Jack. Ставьте лайки, если хотите, чтобы я чековал дальше. Пока!